спортивный комплекс «Шериф» – одно из крупнейших сооружений спорта высших достижений Европы. Расположен в городе Тирасполь, Приднестровье. Приоритетным объектом спорткомплекса, без сомнений, является главная спортивная арена. Здесь проводятся футбольные соревнования республиканского и международного масштаба, в которых уже успели принять участие команды из Европы, Балтики и стран СНГ. На главной арене играли такие топ-клубы, как Тоттенхэм Хотспур, Англия, Марсель, Франция, Базель, Швейцария, Динамо Киев и Шахтер, Украина. Национальная сборная Молдовы принимала здесь сборные Голландии, Австрии и Белоруссии. На стадионе 13 тысяч зрительских мест. Билеты на матчи можно приобрести через электронную систему продажи билетов. Вокруг арены разбиты газоны с вечно-зеленой травой, расположены автостоянки и удобные проходные, через которые зрители попадают непосредственно на стадион. Все трибуны имеют навесы, защищающие зрителей от непогоды. В подтрибунных помещениях расположены буфеты и туалетные комнаты для зрителей. Игровое поле размером 120 на 80 метров покрыто натуральным газоном, под которым находится эффективная дренажная система. Футбольное поле имеет автоматизированную систему полива и оборудовано подземной системой подогрева газона. На стадионе оборудованы современные раздевалки для футболистов и судей. Две раздевалки для футбольных команд включают в себя массажные, туалетные, душевые комнаты и рассчитаны на 30 человек каждая. Предусмотрены комнаты допинг-контроля и делегата УЕФА, а также офис УЕФА, что позволяет стадиону принимать международные матчи Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА, игры национальных и молодежных сборных. На западной трибуне оборудованы большой и малый конференц-залы и эксклюзивная зона гостеприимства, которая может принять более 300 VIP-гостей. Здесь же находятся рабочие комнаты средств массовой информации, комментаторские кабины и ложа для прессы, а также крытые VIP-ложи. Такие же ложи есть и на восточной трибуне. Система освещения главной арены работает в 4 режимах и позволяет осуществлять качественную телетрансляцию проводимых матчей. Система звука от знаменитой немецкой фирмы Electrovoice. Чистый направленный звук охватывает любую точку трибуны и не слышен на футбольном поле. Над южной трибуной установлен полноцветный видеоэкран общей площадью 48 квадратных метров. Малая спортивная арена – вторая по величине спортивная площадка спорткомплекса «Шериф». Малая арена оборудована системами обеспечения, аналогичными тем, которые установлены на главной арене. Игровое поле размером 110 на 70 метров покрыто натуральным газоном с эффективной системой подогрева и дренажа. Вокруг футбольного поля проложено современное литое покрытие с беговыми дорожками. Малая спортивная арена оснащена комментаторской ложей, технической зоной, в которой находится футбольные и судейские раздевалки, а также буфетами и туалетными комнатами для зрителей. Действует электронная система продажи билетов. Одним из самых необычных строений спорткомплекса «Шериф» является крытая арена. Она позволяет в комфортабельных условиях проводить тренировки и матчи в осенне-зимние и весенние периоды. Уникальное строение крытой арены высотой 37 метров оборудовано современной системой озвучивания, регулируемой системой освещения и полноцветным видеоэкраном площадью 40 квадратных метров. Под куполом стадиона находится футбольное поле размером 113 на 74 метра с искусственным газоном. Осенью 2015 года на поле был постелен новый ковер голландской фирмы Greenfields. Характеристики покрытия, отскок мяча, поглощение удара, скольжение максимально приближены к характеристикам натурального травяного газона. Качество покрытия соответствует требованиям FIFA Quality Pro. В технической зоне крытой арены находятся судейские и футбольные раздевалки, комментаторская кабина. Для удобства зрителей и болельщиков на стадионе расположены открытые VIP-ложи, буфеты и туалетные комнаты. В северной части крытого стадиона расположен многофункциональный спортивный зал с паркетным покрытием. Размеры площадки 25 на 50 метров. Зал оборудован всем необходимым для проведения соревнований по волейболу, баскетболу, гандболу и различным видам единоборств. В раздевалках зала могут одновременно разместиться 8 игровых команд. Трибуны рассчитаны на 800 зрительских мест. В южной части крытой арены расположена гостиница футбольного клуба «Шериф». К услугам футболистов, тренерского состава и администрации команды предоставляется 33 комфортабельных номера, а также конференц-зал, тренажерный зал, различные массажные комнаты, душевые и сауна с малым бассейном.
Академия футбола – один из приоритетных секторов спорткомплекса «Шериф». Одновременно здесь могут проходить обучение до 600 молодых футболистов. При Академии футбола имеется гостиница с комфортабельными жилыми комнатами на 2-3 человека, а также VIP-номера для почетных гостей. Современные учебные классы, конференц-зал на 150 человек, удобные кабинеты для тренеров и воспитателей. В здании Академии футбола расположен просторный игровой зал размерами 24 на 42 метра со спортивным покрытием итальянской компании «Мондо», установленным поверх амортизирующей деревянной основы. Спортзал оборудован всем необходимым для занятий такими видами спорта, как волейбол, баскетбол, гандбол, мини-футбол и теннис. Жемчужиной спортивного комплекса «Шериф» по праву считается его плавательный бассейн. Единственный в Молдове 50-метровый крытый бассейн оборудован для занятий не только классическим плаванием, но и прыжками в воду, водным поло, подводным и синхронным плаванием. Крытый бассейн спорткомплекса «Шериф» относится к бассейнам рециркуляционного типа. Глубина бассейна варьирует от 1,8 метров до 4,6. Ванна бассейна разделена на 8 плавательных дорожек. Вместительные трибуны, рассчитанные на 415 посадочных мест, позволяют с комфортом разместить зрителей спортивных соревнований. Наравне с учебно-тренировочной работой в бассейне посетителям предоставляется возможность оздоровительного плавания и занятий в группе, а также занятий по акваэробике. Тренировки проводятся для женщин, мужчин и детей от 14 лет с использованием специализированных поясов для занятий акваэробикой, нудлов, всплывающих гантелей, акваперчаток и акваботинок. Для подготовки посетителей бассейна к нагрузкам, связанным с плаванием, на территории бассейна функционирует разминочный тренажерный зал, укомплектованный специализированными тренажерами. К услугам всех желающих спорткомплекс предоставляет сауны, финскую инфракрасную мини-сауну «Кедровая фитобочка», посещение которых рекомендуется совмещать с занятиями в бассейне. Для юных любителей плавания работает крытый детский бассейн. Уникальное спортивное сооружение соответствует всем международным стандартам и требованиям. Конструкция детского бассейна позволяет менять уровень воды в его чаше на одном из 4 уровней – от 60 см до 120. Таким образом, в детском бассейне могут заниматься дети от 3 до 10 лет. Инфраструктура бассейна включает современные раздевалки с душевыми кабинами и гардеробные системы электронного типа, удобные зоны пропуска повышенного уровня безопасности. Спорткомплекс «Шериф» оборудован автономными котельными и современной прачечной. На территории Академии футбола расположен комбинат питания. Ежедневно повара высокого класса могут обслуживать одновременно более 300 человек. В настоящее время здесь питаются профессиональные футбольные команды, учащиеся Академии футбола и работники спортивного комплекса «Шериф». В распоряжении комбината питания работает уютный ресторан, где посетителям предлагается большой и разнообразный выбор блюд европейской кухни и других стран мира. В непосредственной близости от спорткомплекса расположен 4-звездочный гостиничный комплекс «Россия». Номерной фонд гостиницы позволяет с легкостью принять в современных комфортабельных условиях несколько футбольных команд, проводящих учебно-тренировочные сборы на спортивном комплексе «Шериф». На территории комплекса разбиты 11 тренировочных полей, 7 с натуральным покрытием, 3 с искусственным и 1 тренажерно-тренировочное поле с комбинированным покрытием. Все поля оснащены современной дренажной системой и системой освещения в 400 люкс. Наличие тренировочных полей с искусственным покрытием фирмы Field Turf дает возможность не прерывать тренировочный процесс даже в зимний период. Для любителей большого тенниса по соседству с тренировочными полями расположен современный теннисный клуб, построенный с учетом международных требований и стандартов. В распоряжении любителей тенниса находятся 4 корта с всесезонным искусственным покрытием, 4 корта с грунтовым покрытием и 4 крытых теннисных корта, позволяющих продолжать тренировочный процесс круглый год и в любую погоду. Комплекс крытых теннисных кортов, 4 полноразмерных и 1 детский, не имеет аналогов ни в Приднестровье, не в Молдове. Покрытие теннисных площадок сертифицировано Международной теннисной ассоциацией.
коллизей, что позволяет проводить на них состязания международного уровня. Теннисный клуб оборудован всем необходимым для проведения соревновательного и тренировочного процессов. На территории клуба имеются женская и мужская раздевалки с душевыми, бар с открытой террасой, а также места для парковки автомобилей. Возможности спорткомплекса «Шериф» включают в себя более 10 футбольных полей, 2 спортивных зала, бассейн, 12 теннисных кортов. Мягкий климат региона и наличие интересных спарринг-партнеров из Молдовы, Украины и Румынии, гостиница Академии футбола «Шериф» и 4-звездочный гостиничный комплекс «Россия», расположенный вблизи спорткомплекса, делают это место идеальным для межсезонных сборов различных футбольных, баскетбольных, волейбольных, гандбольных, мини-футбольных клубов, а также для теннисистов и представителей водных видов спорта. Услугами спорткомплекса уже успели воспользоваться футбольные команды из России – «Динамо Москва», «Анжи Махачкала», «Волга-Нижний Новгород» и «Томск». Футбольные команды из Румынии – «Васлуй», «Баташань», «Политехника Ясы» и «Ацелл». А также команды футбольных клубов «Интер Баку» – Азербайджан, «Эльфсборг» – Швеция и «МИАП» – Кипр. Девятикратный чемпион России и трехкратный победитель турнира европейских чемпионов по мини-футболу «Дина Москва». Также услугами спорткомплекса по подготовке к международным матчам воспользовались молодежные сборные Германии, Португалии, Румынии, Украины, Белоруссии и Швейцарии. Учебно-тренировочные сборы в Тирасполе проводили пловцы из Азербайджана и молдавских школ плавания, члены сборной Молдовы по плаванию. Ежегодно в бассейне спорткомплекса проходят международные соревнования под эгидой Федерации водных видов спорта Молдовы. Посетив спорткомплекс «Шериф» один раз, вам обязательно захочется вернуться сюда снова. Спортивный комплекс «Шериф» всегда рад своим гостям.